Холидей. Это Николас Фалько. Спасибо ему, он замастерил из Жюля кофейный столик. Присаживайся, пожалуйста. Кого-нибудь ждешь? Бена Лондона. Что-то мне подсказывает, что вы с Беном поладите. Мы тут с Фалько прорюхали одну тему. Хочешь послушать, как ты околеешь, Холидей? Сначала я отстрелю тебе пузо, потом прострелю тебе ляжки, чтоб ты никуда не убег. Это первая серия. Мы с Джейком устроимся поудобнее, передохнем, выпьем и будем смотреть, как ты потихоньку загибаешься. И когда ты почти загнешься, я вышибу твои гребаные мозги. Понял. Николас. Боже, чего-то я не врубился. Где вторая серия, а где первая? Чего-то я недопонял. Ты мне засаживаешь одно в живот, так? А потом два раза шмальнешь, чтобы прострелить мне большие берцовые кости. А не проще бы засадить всю обойму в живот, пропустить вторую часть первой серии и приступить к первой части второй серии? Это где вы с бухлом сидите и какое-то говно у меня с мозгами. Но по чеснухе, мне кажется, это голимые понты. У меня все конкретно. Я влеплю тебе одну пулю в лобешник и пойду домой. Простите, опоздал. Привет, Ник. Я Бен. Слышал, у тебя отменился шопинг на Рождество. Я так понял, что на кладбище тебе прогулы ставят? Наш мир, Ник, штука суровая. Но тебе, мне кажется, надо на все смотреть позитивно. Все мы помрем. Но похоже, что ты нас просто немножко обгонишь. Но зато первым посмотришь, что там и как. Знаешь, какое у меня кредо по жизни? Никто ни хера не знает, кроме Бена. Чистый дзен. Дзен типа Бен. Бен-дзен. Я практикую Бен-буддизм. В узких кругах я даже известен как Буддак Бен Лондон. Я вижу, ты не любитель потрещать о том о сём, Ник. Он что, уже помер? Похоже, помер, но по нему не поймешь. Ох уж эти приколы. Этот парень оказался пирожком ни с чем. Ник, ты как считаешь, по большому счету, лучше быть хитрожопым или твердолобым? И то, и другое. Вот Джейк был дико хитрожопым. Но, походу, сам себя перехитрожопил, и, по-моему, у него тема сама была левоватая.
Жаба. Сердцем у него было все в порядке. В жопу нитроглицерин. Это же тик-так. Что мы скажем, Уэлл? Микки, это Ники. Смотри, какие у меня новые стулья. Мило. Я сегодня их привез. Правда? Мягкие-мягкие. Точно, Ник? Ну да, ё-моё. Давай, Микки, усаживайся. Куда тебе больше нравится? И зацени. Давай, опустись. К чему все это? О, блин, уютно. Уютно? Да. Уэлсу с Дэвисом тоже понравилось. Они заходили? Да, да. Сегодня вечером. Вечером? Да. Я попросил Николаса показать им новую мебель. Их вставило. Конечно, еще бы. Очень хорошее, убойное приобретение. Ты в курсе, что ходят слухи о том, что Николас... Вик, меня не трогает, кто о чем базарит. Ну, в общем, Николас жив-здоров. И будет ходить подо мной еще долго-долго. А то... Раз. Раз. Два. Три. Три. И что дальше? Какие мысли? Будем волынами кидаться? Порази меня. Вик, Грейс хочет с тобой повидаться, Вик. Прикольная херня, пулевого немалого. Микки, может, это не по понятиям, но, похоже, я просек, где твоя слабина. Так, так. Я могу быть неправ, но...